Клянусь Аллахом, мы читаем слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине море спрашивает у Аллаха трижды в день разрешения потопить грешников из сынов Адама. А затем мы идем к морю и видим, что больше всего грехов совершается у моря, потому что мы беспечны. Смотри, это могила, это мункар, это накир. Острым является сегодня твой взор, но в Дунье ты был беспечен. Мы беспечны, уважаемые братья. Мы радуемся так, что эта радость отдаляет нас от Всевышнего Аллаха. Я говорю некоторым братьям, и как же это удивительно. Когда мы бываем в самой большой беспечности? В пятницу, на Аср. И это день, когда раскрываются врата небес. День, когда идет ответ на дуа. День прибытия к Аллаху. А все люди в это время на берегу моря, на пляже, и радуются так, что даже забыли, что сейчас время ответа на дуа. И это та радость, которую не любит Аллах.